Уважаемые коллеги, друзья, значит, я показал во время изоляции тулары, как развиваются нишевые культуры. Так украинцы называют это дело. Как они развиваются в моем саду. И я подчеркивал, что вот, дай перспективу. Вот это ряд фернора. Сначала тут есть 20 штук тулара, потом фернор. Приживаемость 100%. Деревья. Ну, в принципе, эти деревья третий год. Ну, посмотрите на их развитие. Разве то, что в прошлом году здесь были помидоры и арбузы, повлияло? Отрицательно? Нет. Просто иногда наши вот молдавские ученые, они зацикливаются о том, что все ради ореха. И они призывают нас иметь черный пар в саду. Это, конечно, преступление по отношению к почве и к нашим ореховодам, потому что орех – это длинные деньги. Он начнет окупаться значительно позже. И вот этот период, почва гуляет. Значит, я должен ее обработать, чтобы было чисто, нормально. Вот видите, я обработал почву, но я здесь выращу отличный урожай картофеля, свеклы, лук, чеснока. А там дальше идут вся гамма культур. Поэтому я благодарен украинской науке, моему уважаемому коллеге Гринику, за то, что Институт плодоводства Украины, он трезво оценил ситуацию. Костенко Виктору Николаевичу, который вот эту идею он подхватил и на государственный уровень в Украине ее выставил. Ну, надо быть совершенно ограниченным, чтобы не понимать, что орех есть практически в каждом сельском дворе. И в этом дворе есть и малина, и абрикос. И вообще, что в состоянии расти? Чему орех еще дает возможность расти? И помидоры, и огурцы, картофель, все. И эти орехи тысячелетиями живут в окружении любой другой культуры. Прекрасно плодоносят. А здесь, в саду, мы должны убить экономику, должны ударить по карману нашего ореховода юного, который, как правило, не богат. Значит, и должны, чтобы почва у нас гуляла задорно. И мы должны обрабатывать эту почву, говорит, задорно. Поэтому я благодарен. Я не смог поехать на семинар, но меня пригласили в Украину на семинар по нишевым культурам. Но имейте в виду, что я с вами. Я рад, что есть люди, которые это понимают и которые дают научные обоснования. Не научные заборы и препоны, псевдонаучные, а научные обоснования, что лучше и что экономически выгоднее в садах, в междурядьях, какой-то период выращивать. Вот если бы эта версия была, скажем, о том, что это все вредит. Посмотрите еще раз. Вот это Чандлер третьего года. Посмотри, как он развился. Ему повредил чеснок. Вот видите, есть между картошкой, картофелем вылез чеснок. Это остатки прошлого года. Повредил ему чеснок. А если я собрал 900 килограмм чеснока и массу семян продал, и кормлю до сих пор людей чесноком, разве это плохо? Мне надо было выделить отдельно гектар земли и этим заниматься. А здесь прошивать, как говорится, задорно. Поэтому к этой теме еще будем возвращаться. И сколько будем в саду, я буду показывать. А теперь ответ на комментарий. Один из вас написал мне: поле чистое, Микола Федорович, а какие гербициды вы, значит, применяли? Значит, я сказал, что это гербицид очень древний и очень эффективный. Называется он сапозин. Его применяли еще в Древнем Риме, в Древней Греции. И наши далекие предки применяли его. Это хорошая сапа и крестьянский подход. Потому что в орех лезть с гербицидом – это чистое преступление. Да и преступление против собственного организма. Поэтому немножко труда приложить. И так как здесь не надо отдельную землю, отдельную охрану, отдельные налоги. Это идет все, как говорится, под эгидой ореха, вырастить хорошую продукцию.
И так хай живут нишевые культуры. И чтобы реально было миллионер с орешком. Удачи вам!